Здравствуйте, дорогие друзья! Как я и обещал, вот вторая книжка готова из типографии. Прошла первая партия, значит, в мягкой и в твердой обложке. Так как и вот формат, что первой, что второй книги абсолютно одинаковые. Толщина немножечко больше, потому что здесь на 12 страниц больше. Полиграфия один к одному, как в первой книге. Что касается, вот, пожалуйста, открывая на любой странице, и вейдерсы, и вся наша оснастка, все, что нам нужно, любую, какую мы захотим. Качество очень хорошее. Теперь давайте, вы уже видите, все соответствует, как и положено. Сзади, спереди, торец. Третья книга уже готова для типографии. Но, учитывая эти праздники, понятное дело, я отдам после Нового года. В книге показано, как я и обещал, как плетется подлесок с чертежами, с объяснениями, со всеми выкладками, сколько чего нужно добавлять. Так. И что самое для нас важное, это Егор Бабич выполняет забросы и обучает нас этим забросам уже непосредственно через книгу. Вот его статья. Здесь полностью каждый желающий может ознакомиться, прочитать. И скажу вам честно, тот, кто получил в электронном виде рукопись, спокойно овладели уже этой техникой заброса. Я, опять же, очень благодарен и Егору, и всем, кто оказал помощь в издательстве этой книги. Что касается, допустим, вязания мушек, здесь тоже мы вяжем мушки, рассматриваем всевозможные, вот в частности здесь принадлежности, которые редко, допустим, встречаются при определенных рыбалках. Очень подробно описано у меня французский метод, чешский метод, то есть как кому на коротком, на длинном поводке, все-все-все вопросы, которые мы решали в течение года, они здесь отражены в книге. Ну и понятное дело, раздел полностью это тенкара. Как ее, как можно псевдо-тенкару изготовить. Все подробно рассказано, расписано, и как сплести шнур. Теперь, кто вложил свои финансы, свое здоровье в эту книгу, в издательство, вернее, этой книги, пожалуйста, напомните мне, я указываю почту, кто знает напрямую, пожалуйста, в ближайшую неделю, ну, будем говорить так, кому успею до Нового года отправить, кому сразу после Нового года. Все, друзья мои, благодарю вас за внимание. Напоминаю, третья книга будет издаваться ограниченным тиражом согласно ваших только заказов. В рознице ее не будет. Поэтому, пожалуйста, все предварительные заявки или мне на почту, или в личную переписку, как кому будет удобно. Благодарю за внимание. Спасибо всем, кто оказал помощь в издательстве этой книги. До свидания.